на самом деле это очень важно для города, потому что немногие люди знают вообще в целом о движении студенческих отрядов. А если знают, то только про строительные отряды. А сейчас как бы само движение оно стало шире, масштабнее, появились другие направления. И жителям города, я думаю, будет полезно узнать историю движения в целом и касаемо Новосибирска тоже. Для меня студенческие строительные отряды – это еще и поэзия. Вот поэзия труда. Социальная ответственность предприятия. И вот этот проект, который действует несколько лет, он для нас очень важен как для самих работников метрополитена, потому что мы тоже новосибирцы. И с любовью к этому проекту наши работники относятся и считают для населения это тоже очень важно. Это определенное информационное, так сказать, сопровождение каких-то проектов социальных, которые в городе происходят. То, что вы делаете, это здорово, замечательно.